Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект, 255/2, телефоны 48300 и 48333. Партнер программы «Новости» – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Здравствуйте, в эфире программа «Итоги недели» в студии Кристина Арабина. Чем запомнились анапчанам и гостям курорта минувшие 7 дней, как эти события повлияли на жизнь города-курорта, расскажем в итоговом выпуске новостей за неделю. 24 декабря компания «Basel Aero» сообщила об обслуживании миллионного пассажира в международном аэропорту Анапа с начала 2014 года. Такой показатель достигнут впервые за всю историю аэропорта. Интрига сохранялась до последнего момента. Об акции «Миллионный пассажир» Мария не слышала. Искренне удивилась, что стала юбилейным пассажиром. Никогда не считала себя любимицей «Фортуны», зато теперь точно знает. Эта капризная особа порой подкарауливает в самых неожиданных местах. «Миллионный пассажир» в Анапу летает часто к лучшей подруге и крестнику. Администрация аэропорта и представители авиакомпании поздравили Марию с получением почетного звания, вручили грамоту, цветы, огромный торт и сертификат на обслуживание и перелет в бизнес-классе. Должников призвали к ответу и еще раз напомнили, долги по налогам необходимо погасить до Нового года. Судебные приставы, налоговые инспекторы прошли по адресам неплательщиков, чтобы лично предупредить должников об ответственности. Новая техника поступила на вооружение компании «Сити Кристалл». Три современных спецмашины будут задействованы в сборе и вывозе твердых бытовых отходов с территории города-курорта. Преимущество современной техники в ее производительности. В день одна такая спецмашина собирает и вывозит в 4 раза больше бытовых отходов, чем обычный мусоровоз. Новые автомобили отличаются от старых еще и большей вместимостью. Чем реже коммунальщики будут совершать рейсы на мусорный полигон, тем меньше будут создавать помех транспортному потоку. Уменьшится и количество выхлопных газов, что важно для экологии города-курорта. Пополнение коммунального автопарка Анапы будет способствовать более качественной санитарной очистке территории курорта. На сегодняшний день в этой работе задействовано более 50 единиц техники и 170 сотрудников коммунальных предприятий. Новогодние каникулы с пользой для здоровья. Анапский скейт-парк ремонтируют и обещают завершить все работы до новогодних праздников, чтобы подросткам и молодежи было где провести свободное время зимних каникул. Рабочие меняют опорные конструкции, покрытие, влагостойкую фанеру, усиливают защитные свойства материала и износостойкость с помощью специальной пропитки. Средства на ремонт выделены в рамках реализации программы «Молодежь Анапы». Территория площадки вошла в еще одну программу «Безопасный город». Установлены камеры дневного и ночного наблюдения. Кстати, к открытию сезона 2015 планируется реконструировать еще и экстрим-площадку, переделать скалодром, чтобы занятия спортом для подростков были максимально интересными и безопасными. Праздники начинаются не с календаря, а с настроения. Активисты города и депутат округа Вера Сюврюкова организовали и провели предновогодний праздник для детей. Нарядили елку, водили хоровод и дарили подарки. Елки желаний выросли в гипермаркете «Магнит», торговом центре «Красная площадь» и универмаге. На ветвях открытки с детскими посланиями Деду Морозу. Стать им на время может каждый из нас. Для малышей, не избалованных родительским вниманием, и тех, кто вынужден провести новогоднюю ночь в больнице. И еще одна благотворительная акция действует сейчас в Анапе. Подари Новый год малышам из Донбасса. У детей пылающего Донбасса желание сейчас только одно. Чтобы наступил мир, чтобы перестали гибнуть люди и разрываться бомбы. В наших силах сотворить обыкновенное новогоднее чудо. Настоящий Новый год для малышей из Украины. Подарить им новогоднее настроение, плюшевых мишек, красивых кукол, гоночные машинки, сладкие подарки. Все то, что вернет их в детство. Точка сбора новогодней гуманитарной помощи в Анапе находится по адресу Крымская, 125, библиотека имени Пушкина, пункт приема «Вторые руки». Приносить подарки можно в рабочие дни с 9 до 17 часов.
Первый городской турнир по хоккею прошел среди творческих работников. В Анапе сыграли три команды, представляющие городские телерадиокомпании. В турнире встретились команды «Анапа Регион», «39-й канал» и «СТС». Все как положено. На трибуне болельщики с российским триколором, а на льду ожесточенная борьба с падениями, поражениями и забитыми шайбами. По итогам дружеской встречи победила команда 39-го канала, на втором месте «Анапа Регион» и на третьем наши коллеги с телерадиокомпании «СТС». Вот такой мы увидели уходящую неделю. Смотрите сегодня в итоговом выпуске программы. Профессионализм, достоинство, честь. Людей года чествовали на грандиозном празднике. Новый год в дизайнерском стиле. Необычные украшения из обычных материалов. И сейчас обо всем подробнее. В администрации города-курорта прошла очередная 71-я сессия Совета муниципального образования второго созыва. На сессии депутаты рассмотрели 23 вопроса. Депутаты рассмотрели и утвердили план работы Совета на следующий год. Утверждены индикативный план социально-экономического развития и бюджет курорта на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. Они прошли через процедуру публичных слушаний. В Анапе сохраняется устойчивая положительная динамика социально-экономического развития. В 2015 году планируемое увеличение показателей оборота отрасли и реального сектора экономики составит 107% по сравнению с ожидаемым уровнем 2014 года. Утвержден прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности. В него включено 4 объекта в новой редакции правила землепользования застройки города. Они также прошли через процедуру публичных чтений. Внесены изменения в положение об администрациях сельских округов, порядок введения реестра муниципальных служащих органов местного самоуправления. 70 ныне существующих объектов истории Анапы, памятники, памятные знаки, стелы, бюсты и мемориальные доски обрели официальный статус. Принято решение об их сохранении. А новые улицы получили имена. В селе Супсех улица названа именем Вячеслава Карпова, погибшего при исполнении служебных обязанностей в ходе контртеррористической операции в Дагестане в 1999 году. Улицы названы также в честь Николая Старшинова и Кирилла Деброва, героев Советского Союза, неоднократно высаживавшихся в Анапском районе в годы Великой Отечественной войны. В селе Суко принято решение назвать улицу в честь видного государственного и общественного деятеля Николая Кондратенко. Набережная, предусмотренная генеральным планом городского округа от улицы Толстого в Анапе до границы села Супсех, названа именем Николая Кузнецова, адмирала флота Советского Союза. Также на сессии депутаты рассмотрели вопрос об обеспечении необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям. Заместитель мэра Анапы Людмила Мурашова провела заседание Совета по делам инвалидов. Участники обсудили реализацию программы «Безбарьерная среда в курортном городе» и пожелания анапчан на будущий год. В уходящем году несколько программ было направлено на улучшение жизни инвалидов. Совет по делам инвалидов при главе города подвел итоги работы в 2014 году и наметил план работы на будущий год. Руководители Управления социальной защиты населения, Центра занятости, Фонда социального страхования и других учреждений рассказали о своем вкладе в благополучие и безопасность жизни людей с ограниченными возможностями. С 2014 года все предприятия численностью от 35 человек, значит, всем вводятся квоты постановлением главы. И в 2014 году у нас 127 предприятий создали 384 рабочих места для трудоустройства инвалидов. За 11 месяцев 2014 года на созданных рабочих местах работали 333 инвалида. На сегодняшний день заявлено 85 вакансий. Говорили об оздоровлении инвалидов, помощи в приобретении средств реабилитации, создании безбарьерной среды. Всем предприятиям необходимо получить паспорт доступности. Его бесплатно можно заказать в Управлении социальной защиты населения. Справку на получение льгот в пенсионном фонде теперь нужно будет заказывать самостоятельно. Каждый год они должны взять справочку о том, что имеют право на льготы, чтобы получать эти льготы. Раньше, до 2015 года, мы, дабы избежать обращения граждан массовое в январе, рассылали им в декабре эти справки. И сейчас, с сентября месяца, мы перешли на новый программный комплекс. То есть вся Российская Федерация теперь работает на одном программном комплексе. Этот программный комплекс уже не позволяет нам сделать выборку этих граждан и им выслать эти справочки. Справку можно заказать по телефону 4-64-31, а в январе получить без очереди и спешки в специально организованных окнах пенсионного фонда. По предварительной заявке справку могут забрать и родные. Конкурс общественного признания «Профессионализм, достоинство, честь» выбрал самых достойных название «Человек года». Каждый из 14 номинантов, получивший награду, это прекрасная человеческая судьба, пример истинного служения людям и долга, исполненного перед обществом.
Все, кто готовил церемонию награждения, постарались сделать ее особенно красивой, торжественной и запоминающейся. Праздник от начала до конца можно было назвать зимней сказкой. Атмосферу эту успешно создавали работники культуры, подготовив настоящее новогоднее шоу. О исполнении заветных желаний участники церемонии узнавали, что называется, из первых уст. Закончили проектировать подземный переход в станице Анапской, и в самое ближайшее время закончится экспертиза, и фирма начнет строить его. Череду номинаций открывало событие года. Самым ярким и запоминающимся жюри признало строительство фонтанного комплекса. Лидером экономики стал центральный рынок и его руководитель Диконенко Дмитрий Николаевич. Проектом года назвали детский парк «Солнечный остров». А лучшим предпринимателем жюри признало Сергея Анатольевича Ткаченко. В номинации «Настоящий хозяин» награду получил руководитель крестьянского хозяйства Николай Васильевич Лазарев. Дебют года украсила выпускница медицинской академии доктор-эндокринолог Виктория Демурчева. Семью Марчук почествовали за воспитание 8 приемных детей. А прапорщик Анатолий Кабанец снискал свою славу и почет за геройский поступок по задержанию преступника, напавшего в центре города на пожилую женщину. За преданность профессии отметили директора Анапской библиотечной системы Галину Михайловну Павлову, а руководителя органов ТОС Наталью Михайловну Ключникову в номинации «Сердце людям отдавая». Самым ярким спортивным достижением года признан мировое лидерство в спорте слепых под дзюдо Юрия Далакяна. На церемонии не раз подчеркнули, что несмотря на 14 номинаций в конкурсе, в Анапе немало людей, достойных почетного звания «Человек года», конструктивные результаты труда которых служили и служат общественной пользе. Я думаю, что если каждый профессионал будет на своем рабочем месте трудиться с честью и достоинством, Анапа будет процветать. Будет процветать наша родная Кубань и Россия. С наступающим Новым годом и спасибо! Конкурс, который по праву можно назвать конкурсом достойных, еще раз выявил жизнестойкость, оптимизм, трудолюбие и творческий потенциал жителей Анапы. Продолжаем выпуск. Где рождается Анапа? Сколько детей родилось в этом году? Какие имена давали родителям малышам? О ремонте главного учреждения роддома, статистике и фактах материал нашего корреспондента. В этом году зарегистрировано почти 2000 пар. Напомним, в 2013 году связать себя семейными узами решили на 150 пар меньше. Согласно статистике, чаще всего решают создать семью мужчины и женщины в возрасте от 25 до 34 лет. С каждым годом увеличивается количество родившихся детей, рожденных в двойнях и тройнях. В этом году родилась тройня – два мальчика и девочка. Двойняшки в 25 семьях. В основном женщины рожают в возрасте от 20 до 30 лет, но немало матерей, которым уже исполнилось 30 и 40 лет. Лидеры мужских имен – Артем, Александр, Дмитрий и Матвей. Самыми популярными именами для девочек оказались Софья, Виктория, Анастасия и Елизавета. В этом году не обошлось без редких имен. Родители называли новорожденных Яромир, Янис, Яким, Юлиана, Эмма, Ясмина и Эмилина. Если в 2004 году было зарегистрировано 1651 ребенок, то на сегодняшнюю дату уже 2537 малышей. Даже в сравнении с 2013 годом детей зарегистрировано на 96 больше. По-прежнему в Анапе сохраняется положительная тенденция. Рождений в городе регистрируется больше. Естественный прирост уверенно отметил и этот уходящий год. К сожалению, более половины браков, зарегистрированных в этом году и ранее, распались. Соотношение браков и разводов в городе составляет около 50%. То есть на 100 браков зарегистрирован 51 развод. На сегодняшний день зарегистрировано 940 разводов, что на 83 больше, чем в том году. Сердце ЗАГСа – архив. Здесь история не только одного человека, но и целых семей. Дает возможность качественно и оперативно исполнять запросы и заявления граждан. Многое в городе и людях меняется, и эти перемены отражают архивы. Рождение, брак, смерть, перемена имени или фамилии. Здесь хранятся документы, начиная с 1923 года. ЗАГС не стоит в стороне по укреплению семейных ценностей. За год провели несколько праздников. Все церемонии проходят в торжественном зале, который стал центром, где рождается не только семья, но и отмечаются юбилеи, свадеб, проводятся семейные праздники. В этом году с государственным праздником «Семь самых ярких пар курорта» поздравила заместитель мэра Анапы Людмила Мурашова. Передала поздравительные адреса юбилярам от губернатора Кубани Александра Ткачева и главы города Сергея Сергеева. Медали за любовь, преданность и верность получили две семьи. И каждое поздравление и цветы. Мы рады приветствовать вас в отделе ЗАГС города-курорта Анапы.
Ведь именно здесь государственным актом утверждается рождение семьи. Здесь, в этом зале, пишется история любви нашего города. И в этом же зале мы поздравляем и чествуем юбиляров семейной жизни. Тех, кто сумел пронести сквозь многие годы свое чувство любви. В красивом городе должен быть красивый роддом. В этом году закончен ремонт в доме, где рождается счастье. Фасад здания облицован светлой плиткой. Все окна заменены. Новый пандус выполнен по всем нормам и требованиям строительных правил. Рабочая бригада, 14 человек, трудились без выходных. Сделаны откосы внутри здания. Сверх нормы работы по монтажу кондиционеров. Установка сливных труб. Замена оконных блоков в подвале. Заасфальтирована площадка у роддома. В роддоме в плановом режиме проходят операции выписка новорожденных. В этом году несколько семей выписали в особенный день, праздничный, 15 мая, в Международный день семей. Поздравляли с рождением и регистрировали рождение в роддоме, а не в отделе ЗАГС. Поздравляю вас от лица губернатора Краснодарского края. Позвольте вас поздравить. Искренне, с рождением малыша. Вот таким он был и продолжается 2014 год в Анапе с точки зрения семейного счастья. Уникальное украшение своими руками. В одном из университетов Анапы студенты дизайнерского факультета нашли свой оригинальный стиль. Подробности далее в сюжете. Декабрь – волшебный месяц. Именно в это время по-особенному чувствуется предстоящий праздник. Студенты-дизайнеры знают, как создать праздничное настроение и как интересно оформить помещение. Максим придумал сказочный город из бумаги. На протяжении многих лет бумага остается самым любимым и популярным материалом при оформлении учебных заведений. Экономный вариант смотрится отлично. Когда находишься в таких новогодних декорациях, невольно попадаешь в сказку, в страну чудес, в волшебный Новый год. Откуда же взялась такая идея создать зимний город, мы поинтересовались у автора. Данная идея появилась во время пары, когда нам объявили, что факультет дизайнера должны оформить колледж к Новому году. Все преподаватели смотрели каждый проект и всех оценили по достоинству. Помогали монтировать проект второй и третий курс дизайнеров. Проект был выполнен за полтора месяца, было сложно, но мы поставили себе эту задачу, мы с ней справились. Какие у тебя ощущения возникают, проходя мимо своего готового проекта? Возникают ощущения зимы, радости, Нового года, Деда Мороза, а также снега, которого так не хватает в нашем городе. Что может быть проще, чем вырезать снежинки из бумаги? Это по-прежнему популярный способ декорирования. Сделать украшение для дома или подарок своими руками для близкого человека не составит труда. Главное – фантазия и усидчивость. По времени на эту снежинку уходит примерно около получаса. Узор может быть разным, как простой, так и сложный. Вот таким же способом можно сделать вот такие вот красивые снежинки ажурные. Учебное заведение – простор для творчества. Снежинками, гирляндами, различными подвесками можно украшать все, что видишь. Окна, стены, потолок, просторные помещения, арки и переходы. Поле действия не ограничено. Каждый кабинет студенты оформили в своем стиле тонкими и эффектными декорациями. За две недели до наступления календарного года всегда создает праздничное настроение кафедра дизайна, где обучаются очень талантливые, очень творческие люди. И не жалко, наверное, не только учебного времени, но и свободного времени для того, чтобы мы создали определенное настроение, определенную сказку. Украшения могут стать еловой лапой. Достаточно увязать в кольцо несколько веток, добавить красивых лент. Такой венок можно положить на журнальный стол, а в центре поставить красивую свечку. Такие украшения создают ощущение праздника, чуда, волшебной сказки и, конечно, настроение Нового года. Несколько дней остается до Нового года. Мы продолжаем ежедневную рубрику, в которой известные анапчане поздравляют земляков и гостей курорта с наступающим праздником. Итак, с наступающим. Вот и заканчивается 2014 год, и мы можем подвести предварительные итоги года уходящего. Очень радует, что с каждым годом в городе-курорте Анапа увеличивается количество родившихся детей. Радует также и увеличение зарегистрированных браков. Заканчивается 2014 год. В канун Нового года желать богатства и здоровья стало привычным. А я хочу пожелать всем доброты, терпения, нежности и заботы, потому что в нашем мире они приносят больше
здоровье и счастье, чем любые деньги. Пусть радуют вас ваши родные и близкие. С Новым годом! На сегодня это вся информация. Далее прогноз погоды на выходные. В субботу, 27 декабря, в Анапе пасмурно, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 9-11 градусов, в ночь на воскресенье до 10 градусов тепла. Ветер переменный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды плюс 9 градусов. В воскресенье 28 декабря в Анапе малооблачно, в первой половине дня возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 7-9, в ночь на понедельник до 7 градусов тепла. Ветер западный порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 759 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 9 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Поступила новая коллекция одежды к Новому году. Платье вечернее и на каждый день. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Приятных вам выходных. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект, 255/2, телефоны 48300 и 48333. Партнер программы «Новости» – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц.